За прошедшую неделю, 10-18 число, зарегистрировано 326 заявлений о обращении граждан о преступлениях и происшествиях. В отношении жизни и здоровья граждан 5 сообщений был установлен, вернее, зафиксирован, задержан человек по факту попытки изнасилования в Никитовском районе. Один факт незаконного завладения транспортным средством, 24 кражи различного характера, как личного имущества граждан, так и государственной собственности. Было изъято из оборота 4 единицы оружия незаконно находящихся граждан. Гражданам было получено за этот период 32 телесных повреждения различного характера. Было выявлено 5 фактов незаконного обращения с наркотическими веществами, 7 фактов мошенничества, 4 факта подделки документов, 1 факт подделки денежных купюр. Также было выявлено 6 фактов изготовления хранения самогона. В отношении несовершеннолетних преступления 3 факта выявлено, 1 факт уклонения уплаты от алиментов. Было также у нас 3 пожара зафиксировано, 4 самоубийства. Скоропостижно скончалось за эту неделю 61 человек. Утеряно было документы печати 22 факта. Также было зафиксировано семейных скандалов у нас 29 за этот период. По административной практике было составлено 82 протокола за появление в пьяном виде распития спиртных напитков в общественном месте, 41 протокол за нарушение правил обращения с охотничьим оружием, 6 фактов зафиксировано, мелкое хулиганство 5 фактов, также было выявлено 5 фактов насилия в семье, по которым люди на данном этапе времени, мы стараемся не прибегать к штрафу, чтобы, скажем так, не наказывать, получается, если человек осуществляет какие-то насилия в отношении своих близких, получается, штрафом мы наказываем близких, забирая деньги из семьи. Поэтому на данном этапе времени применяется административный арест. Люди задерживаются и помещаются от 5 до 15 суток на ИВС. Также им выписываются предписания в этом случае. Ну, в дальнейшем, если будут повторяться, то вплоть до возбуждения уголовного дела.